Закинул вашего персонажа в Unreal Engine. Вот, смотрите, все прекрасно работает. Все нормально, никаких проблем нет с костями, никаких проблем нет с мешем. Все отлично. Что у вас там, я не знаю, кто у вас там занимается Unreal. Сейчас я запишу, как он двигается, закину его в саму игрушку, настрою, ну, в тестовую. Я не знаю, что там за проблемы у вас, какие пропорции. Все пропорции отлично сделаны, нормально, все сделано именно под Unreal Engine. Ну вот, я закину персонажа, которого вам выслал. Уже в самой игре настроил его. Ну, давайте посмотрим. Вот нажимаю play. Все нормально. Никаких у него косяков нету. Вот он, пожалуйста, ходит, бегает. Все адекватный он. Все у него в порядке, все движения адекватные, никаких заломов нигде, кости все нормальные, все четко работает. Че вы, просто найдите нормального человека, который разбирается в Unreal Engine, грамотно вам его туда забросит, вот и все. Никаких проблем вот с персонажем нету. Какого я вам его выслал, вот такой он и есть. Все, он работает прекрасно, все у него кости адекватные. Специально сделаны под Unreal Engine. Все в игре работает. Я не знаю, принимайте работу, ищите, кто вам будет закидывать его туда.